Рано утром в четверг ураган Айрин свирепствовал над Багамскими островами. Об этом сообщает Национальный центр по ураганам в США. Порывы ветра достигли скорости 195 км в час. Это позволило присвоить урагану третью категорию опасности. Сильный дождь и высокие волны заставляют туристов укрываться от стихии, а круизные лайнеры отменять остановки на Багамах. Сейчас ураган движется в сторону восточного побережья США. В 5 утра по местному времени Айрин зафиксировали в 1200 километрах от побережья Северной Каролины. Здесь его появление ожидают в субботу. Предполагается, что Айрин может вызвать разрушения вдоль всего восточного побережья вплоть до Новой Англии на севере региона. Ранее прогнозировалось, что ураган может добраться и до внутренних районов страны. В последний раз это произошло в 2008 году, когда ураган Айк обрушился на юг Техаса. Пока прогнозы утешительны в отношении нефтяных и газовых установок в Мексиканском заливе. Им непогода не угрожает.